Всех приветствую. Вот, наконец-то, приобрел себе новую видеокамеру. Canon Legria HF M506. Хотел купить еще в прошлом году, но где не закажу, на следующий день перезванивали и извинялись. Извините, не оказалось на складе. Заказывал, потом мне это надоело, потом началась война, было не до этого. А это появились в продаже. Покупал в интернет-магазине 5 ОК. Стоит эта видеокамера всего-то 3999 гривен. На сегодняшний день это не так много. Все хорошо, все красиво. Единственный недостаток — нет подсветки. Нет подсветочки для макросъемки. Ну, я думаю, что-нибудь придумаем. Да, кстати, купил эту видеокамеру на деньги, которые заработал на YouTube за просмотры видео. Так что всем большое спасибо. В комплекте к видеокамере шла вот эта вот сумочка. Типа подарочный вариант. И флешка. Флешка на 4 гигабайта. Проверим режим макро. Так, это у нас денежки. Видно? Видно. Возьмем немножко покрупнее. Пятисоточка. О! Тут даже есть режим распознавания лиц. Окей, что у нас еще есть? Ну, вот такой каштанчик. Прямо возле объектива. Так, вот такое пробковое дерево. Да, красиво смотрится вблизи. Вид с моего замечательного балкона. Приближаем. Зум у этой видеокамеры 10-кратный. Маловато, конечно. Стабилизация очень даже неплохая. Камеру держу в руках. Так, что у нас здесь? Помидорчики. Еще растут помидорчики. Хотя уже середина сентября. Макро. Так, что бы еще показать?
кактусы и фикусы. Так, поехали дальше. Менюшка. Менюшка, ну, очень такая примитивная, рассчитана на полных идиотов. Можно выбирать ручной режим. Это у нас какие-то киношные прибамбасы. Ну, пока снимаю в автоматическом. Режим записи. Память. Язык. Яркость, подсветка. Так, зеркальное изображение ЖКД. Интересно, что это такое? Включим. Что это значит? Что это значит? Значит, это вот что. Теперь, когда мы смотрим в экран, мы видим свое зеркальное отображение. Это очень удобно. Так, кнопочка функции. Тут у нас вот декорация. Очень интересно. Когда мы прижимаем палец к экрану и делаем вот так, на экране вот такие звездочки. И это будет видно при воспроизведении. Здесь у нас чего-то не понять, пока еще не разобрался. Ладно, вот. Посмотрим, что это такое. Вот какие-то кружочки на экране. Тут у нас вот такая фигня. Здесь у нас вот такой прибамбас. Вот это что? Вот такая накладочка. Так. Здесь у нас стандарт записи. Запись высокого качества. Разные всякие сюжеты. И запись в MP4. Выбираем высокое разрешение. Смотрим дальше. Так, предусмотрено дистанционное управление. Но для этого нужен пульт, а его в комплекте не было. Авто, всякие прибамбасы. Так, что здесь? Режим. Режим записи. Имеем раз, два, три, четыре, пять режимов. И выставляем самое высокое. Батареечка вынимается вот так, легким движением руки. Пока вот такая маленькая, но со временем закажу побольше. USB, телевизор, тут наушники, выход аудио-видео, разъем зарядки аккумулятора, включение записи. Так, карточка, флешка вставляется вот сюда. Так, здесь у нас микрофончик стерео, датчик для пульта дистанционного управления. И вот это датчик для быстрой фокусировки. Здесь подключается подсветка, дополнительный микрофон, зум и динамичек. Теперь немножечко протестируем. Посмотрим, что у нас тут за прибамбасики. Так, первое. Это вот такие вот
фиговинки, звездочки разлетаются. Дальше. Ага, вот такие вот снежинки падают. Так, следующее. Вот такие штучки. Дальше кольца. Ага, мыльные пузыри. Интересненько. Потом у нас звездочки. Тоже красиво. И вот такие вот фиговинки. Это у нас вот такая фигня. И последнее. Всем, кто на моем канале, спасибо. Ставьте свои пальцы. И всем пока.